Всем привет! С вами, как всегда, Дезертир. И сегодня мы снова играем в Assassin's Creed 4 Black Flag. Ну так что ж, продолжаем проходить миссию, на которой мы остановились, точнее. И надеюсь, что у нас это получится сделать довольно быстро и аккуратно. Да, чувак, иди проверь меня. Молодец. Вот я думаю, может, когда он вот там вот попробовать. Наверное, это будет самое логичное, что можно сделать, скорее всего. Вот он сейчас уйдет далеко. Мы выйдем аккуратно вот сюда. Убьем. Быстро подбежим к нему. Убьем его. Точнее, как убьем? Мы же никого не убиваем, правильно? Мы же благочестивы. Ну, я ж тебя вырубил. Это вообще нечестно. И самое обидное, что сохранения здесь не будет. То есть это значит, надо опять с того же самого места, наверное. Ну да. Короче, минус один. Давай. Второй. Сделать это без убийств. Хотя, в принципе, их можно даже не трогать. Надо было это вот так сделать. Пройти аккуратно. Ну и... Да ты. Кунтулах тутуус, кубукин тигунок, кунтол уиник сук, уконихел машаке, букаху масуктал, янгуальтилети. Блин, ну вы издеваетесь, да? Специально. Ладно, будем убирать всех быстро, скрытно, насколько это возможно. Люблю скрытые миссии, но иногда они меня напрягают. Да ты... Да ничего не видите. Ничего, там никого нет. Ах,
завалил девушку. Невзначай так. Оу, там крокодилы. Бежим, убиваем, бежим, убиваем. Можно ли? Нет, нельзя. Давайте десинхронизация. Вот я думаю, можно просто пробежать в наглую, прям вот совсем вот. Нельзя, оказалось. Стелс миссии должны быть хотя бы чуть-чуть стелс. Хотя бы чуть-чуть миссии. Ну иди сюда. Не, чувак, там ничего нет. Все нормально. Я уберу тебя даже быстрее, чем надо было. Так еще и парня сейчас быстро сниму. Мне надо понять, как это сделать и быстро. А вот так он заметил. А раньше, когда я точно так же делал, он даже не замечал. Ну ладно, суть я понял. Короче, сначала убираю ее, потом быстро, медленно. Быстро, медленно. Потом еще убираю того. Давай, 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 давай. Не тупи, не тупи, не тупи, не тупи, не тупи, не тупи. Да-да. Отлично, когда там девушка отворачивается, можно пройти вообще без проблем. В таком случае мне вообще фактически без каких-либо проблем можно убрать всех. Я уже так на автомате быстренько. Раз, 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 раз. Почему ты меня заметила, дура? Я тебя ненавижу. Итак, возвращаемся после того, как пройду это место. Хотя нет. Я все-таки пройду сейчас, я буду деликатно аккуратным. Сколько это вообще возможно? Я прям буду ждать. Прям вот буду вот совсем-совсем хорошо ждать. На крайняк перемотайте там минут на 5 вперед. Мало ли. Отверни голову. И побежали. Все равно одна дура заметила. Ну, пофиг. Да ладно, ну вы прикалываетесь.
Ладно, надо этих идиотов из кустов, иначе он просто оставляет трупы, а не в кустах прячет их. Ты сюда. Почему, блин, здесь нельзя убивать и не попадаться? Ничего нельзя. Прям ассасины, такие ассасины. То есть вот она заметила, а парень нет, а? Они прям просто гениальные, я вам скажу. Сюда. Тут странные шевелящиеся кусты. Сучка, я тебя ненавижу. Пошла вон отсюда. Чтоб тебя крокодил съел. Минус. Чувак даже капюшон снял, чтобы за мной было удобнее наблюдать. Почти попался, но в итоге добил. Я уже думал, мне конец опять, что она меня заметила. А там оказывается хрен. О, точно, мы ее вот так убьем. Ну какого... Вот какого фига она там стоит, а он ее не бил? Я ж нажимал. Короче, эта серия так и будет называться. Fail. Полумолчаливый грёбаный фейл от дезертира. Чувак идет сюда, мы убиваем чувака, мы убиваем девушку, мы убиваем вторую девушку, мы убиваем третью девушку, убиваем четвертую девушку. Точнее, вырубаем их, мы их не убиваем, мы же добрые. Подходит четвертая. Нет, это не четвертая, это третья девушка. Мы ее вырубаем. Прыгаем к четвертой. Заходим в кусты, ждем, пока парень снова подойдет сюда. Серьезно, это облом. Ну. Давай, иди сюда быстрей.
Ну не тупи. Ну. Все, отлично. Прячемся за грёбаным деревом. Девка нас не видит. Я сказал, не видит. Давай, мол, уходи. Аккуратно, обходя всех ассасинов. Мы бежим к нашей цели. Находим Кида. И говорим... Проклятье, Кид! Во что ты меня втянул? Эти монахи что, сторожат мои сокровища? Я обещал открыть секрет, но не обещал, что будет легко. Давай откроем дверь и посмотрим, что там. Ну, давай. Мы уже близко. Я чувствую. Капитан Кеной. Где ассасин Дункан Уолпол? Давно убит. Я защищался. Он не стоит наших слез. Но это вы завершили его предательство. Почему? Только ради денег. Это должно меня утешить. Вы убивали наших братьев и сестер в Гаване. Ему дано зрение, наставник. Джеймс сказал, вы имели дело с тамплиерами. Вы видели того, кого зовут мудрецом? Да. Узнаете, если увидите снова? Наверное. Я должен быть уверен. Ни слова. Идем. Не такой уж он и пират. Я наконец-то прошел задание, ребят. Правда, не синхронизировался. Вот честно, на двоечку. Честно, на двоечку. Потому что нет. Вот за концовку вроде и на пятерочку. А... Ты втянул меня в это, ни слова не сказав, Кит! Что это, черт возьми, за шут был там, говори! А Табай, ассасин и мой наставник. Так ты увяз в какой-то нелепой религии? Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности, лишь мудрости. Ну, расскажи, очень интересно. Ничто не истинно, все дозволено. Вот то, в чем можно быть уверенным. Все дозволено? Мне нравится, пожалуй. Думать, что хочешь, и делать, как знаешь. Ты как попугай, а смысл не понимаешь. Хватит меня поучать, Кит. Я думал, ты мой друг, а ты обманул меня. И Эйн, я спас тебе жизнь, Эйн. Тебя хотели убить за то, что ты сделал в Гаване. Я сумел их отговорить. Это все, конечно, хорошо, а мне такая, опять по боку. Дальше пути нет. Это дверь, похоже. Да. Она должна как-то открываться. Тайный механизм. Лебедка? Угу. Блоки наверху. Попробуй сдвинуть. А, черт! Смотри, Кенуэй. Твою мать. Это тебе не по тросам лазить.
Спасибо, я-то думал. Так, ну кит свою часть сдвинул, я свою тоже. Так это за вами гоняются тамплиеры? Пока ты не спутал нам все карты, это мы гонялись за ними. Мы обратили их в бегство. Но теперь они сильнее. А вот хрен, это ты за мной будешь следовать. Кажется, механизм сломан. Придется идти в обход. Не отставай. Прыгай. Куда? Вниз? О, то есть мы можем таки плавать, но недолго. Давайте тогда ускоримся, авось нам не хватит. Рывок вверх скорее. Силы еще есть? Обругать тебя хватит! Да, это все-таки рывок вверх, а не вперед. А если сделать это вот так, то может получиться, что это и вперед будет. Так. В какой-то гробнице. Наверное, там сокровища. Да, точно. Надеюсь, я трачу столько времени не напрасно. Зависит от тебя. В смысле? Я покажу тебе такое, что голова пойдет кругом. Надеюсь, ты выдержишь это. Не сомневайся. Ну что ж, доберемся до верха. Мне всегда нравилось лазить по разным вещам, поэтому... Интересно. Тут какой-то бассейн. Две лестницы. Сберемся по правой. Здесь опять какой-то механизм, который нужно, видимо, правильно сопоставить или опустить. Это он? Великий приз, про который говорил наставник. Он совсем не похож на того мудреца, увы. Не расслабляйся. Нас ждет еще одна загадка. Статуи вроде тех, что мы видели раньше, только с рисунками. Все, на полу тоже есть рисунки, но совсем другого рода. Между ними точно есть связь, но какая? Так, взяться за рычаг, сделать это вот так, отпустить рычаг. Поставить синюю. Животные на статуях и на полу отличаются друг от друга. Видишь? Да, да, да. Я да, не видел животных. Одни хищники, другие добыча. Но как их соотнести? Не в ту сторону. Понятно. Ну хотя уже без разницы, можно и в этом. Да, вот тебе и связь. Совместить хищника и добычу. Да, легко. Так. Подняли. Теперь продолжим поворот. Помоги мне, ладно? Рычага. Я хочу сначала зеленую опустить. Чтобы сделать еще один поворот. Лезь по этим камням, Кенуэй. Есть идея. Ой. Так как бы у тебя, я не знаю, какие идеи, а у меня уже давно разгадка в голове. Точка. Ух ты. Золотая маска. Охрененно, кстати. Вот это, видимо, макака, рыба и змея, скорее всего. Ладно, давайте. Помоги мне, ладно? Вращать еще раз. И мы закончим на этом.
повороты. Потому что больше поворачивать уже не требуется. Что же теперь? Открылась последняя дверь. Боже, это же мудрец! Но этой штуке уже сотни лет! Даже больше. Уверен, что это он? Да. Узнал по глазам. Тамплиеры сказали, зачем он им нужен. Они налили его кровь в стеклянный сосуд. В такой? Да. И хотели расспросить про обсерваторию, но он сбежал. Хм. Идем отсюда. Хм, офигенно. То есть, выкованные кучей лет назад еще индейцами. Ну, в общем, на этом серия заканчивается. Спасибо всем за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Оставайтесь со мной, и вы увидите продолжение. Пока-пока.